Сколько немцев, товарищ лейтенант? По данным разведки, не менее роты. Пехоты? Танков. Я даю тебе еще шанс. Ты подберешь и подготовишь экипаж русских танкистов. В назначенный день ты выйдешь на полигон и покажешь все, что ты умеешь моим курсантам. Ты разумеешь, что я тебе скончить должен зараз? У тебя не будет снарядов. Будет только твое мастерство. Вас Аня зовут? С этого момента я ваш командир. Выполняйте все мои приказы и не смейте сомневаться. Я лучше с тобой погибну, чем в плену жить буду. Задумал. А ты догадайся. Ну что, как гладиаторы, что ли?